Но, кстати, насчет политизированности, это заблуждение потребителей или действительно очень глубоко? Я не политизирован, я просто слежу за процессами. Но с определенного холма, сидя на определенном холме, следите. Да нет, вот сейчас уже раньше газетки читал или телевизор смотрел программу, сейчас, слава богу, телефон появился, где можно там тынь-тынь и почитать, что там происходит. А многочисленные чада являются единомышленниками вот в этом смысле? Ох, в этом смысле мы с ними не разговаривали, вообще, слава богу. Да нет, я и с друзьями по этому поводу не разговариваю. Угу. Только по поводу, если работа, гражданин поэт или господин хороший, это работа, тогда мы политизированы, а так нет.